Вот Коби! Всегда готовый! Маричка, не шуми, дай поспать я! Куме! Это Беньян? Ага. А я, знаєш, ще з вечора приготувався. Нагнав боєкомплект. Дві штуки. Малувато буде. Главное не количество, а качество. От скажи мне, що отличает мужчину от женщины? Дурак, да я не про то. Мужчину от женщины отличает охотничий инстинкт. О, хе-хе, деньгам. Спасибо. Я им красиво от всего сердца к деньгам, а они кирпичом по морде. Пора открыть боекомплект. Чтоб рука не дрогнула. И глаз не подвел. Ты что, здесь один? О! Звиняйте! За инстинкт! Ой! Ой! Бондёрно, амиго! Эй, текила! Что я, животное? Что, испанец? Не, мексиканец. Вот это нюх! Не угодно ли закусить? От сволочь. Да я тебе голыми руками. А это наш сувенир. От это стайла. Ну что, лети домой, мачо. Лети с приветом. Вернись с ответом! Це він тобі от душі! Олігархом будеш! Это не он! Ах ты ж унитаз летючий! Это от чистого сердца к деньгам! Никакой благодарности! Ну як? Да никак! Припасы кончились! О? У мене в погребі повний боєкомплект, 12 літрів. Нема тільки закуски. А от і закуска. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Ну, і що дальше? А от тебя, лиса, і подавно уйду. Здравствуйте! За то, что вы меня спасли, я вам отдам дедушкин клад. Он находится под статуей. Ты понял, что ты сделал? Столько намеков на богатство сверху капнуло. Я уже по уши в этом деле хожу. Уже олигархом должен быть стать. Инстинктом чувствую, что золото рядом. А вот тебе где? Тихо, не двигайся. Сам візьму! Золото! Золото! І звідіть його шіпся! Ай, ти куди? Що? Труба! Главное надіятися на інстинкт самосохранення! Руку давай! Мужики, бабло надо? А мне нужна бригада. Здесь ком. Мама, ваши аргументы очень убедительны. Согласны на любую работу. Мы попали. И помните, мужики, труд даже из обезьяны сделал человека.
Ну и что тебе подсказывает твой инстинкт? Эли, медведь, сливайся! А если сейчас попаду, то с вас, кумы, еще 100 евро! Что такое? Я не поняла, ты кто? 100 евро, и я ваш на всю ночь.